Срочное сообщение информагентств. Российский грузовой самолет захвачен террористической группировкой в городе Кандагаре. О судьбе экипажа пока ничего не известно. Ты чё, мы типа в тюрьме? Давай! Круто. Научи моих бойцов летать. По времени сколько? 3-4 месяца. Нет, Адель. Будешь отмечать. Что отмечать? Дни. Живусь он мне, смотрите. Урон, надо учить. Дай мне читать. Аллах, Аллаху. Я здесь спасибо. Все же на тебя смотрят. Не знаю, будут держать, пока от нас хоть какая-нибудь импульса. Да не могут они нас забыть. Мы же русские летчики. Что-то не пойму вас, парни. Всего трете, как бабы. Ты что думаешь, они нас отпустят? Это жена моя. А кто тебе сказал, что я больше не буду? Пошарят у всех вас убить. Война. Двое на крыше. Мы сейчас спят. Они не уходят. Давай! Давай! Либо взлетаем, либо... Ну что, все? Лети, моя душа, лети, мой тяжкий рог, под облаками блакитными, под облаками зенитками в небо, под облаками блакитными, под облаками зенитками в небо, лети, моя душа. И солнце поцелуй за всех друзей моих сгинувших, за тех, кого не покину я, за всех друзей моих сгинувших, за тех, кого не покину я. Печаль моя роса, легкая птаха, светла и прозрачна, белый рубаха отца. Легкая птаха, светла и прозрачна, белый рубаха отца. Лети, моя любовь, и крови не жалей, брызгами, струями, да в полнолуние. Брызгами, струями, да в полнолуние. И годы по часам, и сердце ястребок, я дышу радостью, нет большей сладости жить. Я дышу радостью, нет большей сладости жить. Печаль моя.
рубахой отца. Легкая птаха, светла и прозрачна, белой рубахой отца. Вы думаете, что весь мир должен подчиняться вам только потому, что у вас есть атомная бомба? На самом деле вы слабы. Вы боитесь даже собственной силы. Лети, моя душа, лети, мой тяжкий рог, под облаками благитными в небо. Небо. Небо.